Киеве сегодня утром в одном из 10-этажных домов произошел взрыв газа. По меньшей мере 2 человека погибли, число раненых пока неизвестно. Многие жильцы оказались заблокированы в своих квартирах. На помощь пришли спасатели. Более 20 человек были эвакуированы, кого-то вытащили из-под завалов. Вообще все разрушило. Ужас, блин. Сколько квартир нема вообще. Вот тебе газ в доме. 6-й и 7-й этажи практически полностью разрушены. Один из репортеров вел трансляцию в Фейсбуке с места инцидента. Этажей просто разворотило. Первыми наверх поднялся полицейский, один или несколько. Пытается найти людей. Там слышны крики, что кто-то находится внутри. В работах по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия участвуют 410 сотрудников экстренных служб и 60 единиц техники.